Чего там? Походу, карбюратору канты. А, приветики. Здрасте. Что у вас? Скажите, пожалуйста, а можно у вас переобуться? Разумеется. А где ваша машина? А, я на такси. Разъясните. Ну, мой муж сказал, что пока я к вам не заеду, не переобуюсь, ездить на машине опасно. Угу. Ну и что я вам буду переобувать? А, вы не волнуйтесь. Я все с собой взяла. Как раз новые сапоги купила. Скажите, вам $100 за работу хватит? Разумеется. О, вот возьмите, пожалуйста. Ага. Куда? Присаживайтесь. Пардон. Сейчас я вас переобую. Носите на здоровье. Ой, спасибо большое. Знаете, если честно, я бы сама переобулась. Но муж сказал на СТО, значит на СТО. Ну, спишем то, что он блондин. Скажите, дамочка, а муж вам там не сказал свечи поменять или ремень? Он что-то говорил по поводу ремня. Какой-то АТГ. ГРМ. О, точно, ГРМ, да. Только я такой фирмы не знаю. Давайте лучше на Дольче Габбана. Давайте Дольче Габбана. А, окей. Только это дороже будет стоить. $200. А, хорошо. Я тогда пойду сейчас куплю и быстренько к вам вернусь. Ага. Спасибо. Давайте, идите. Я думал, ты прокладку предложишь поменять. Чего? Блоки цилиндров. Ну да.